Сотрудники всех подразделений госавтоинспекции проверяют соблюдение правил перевозки детей, пешеходов, просят быть внимательными вблизи проезжей части и напоминают о том, какие могут быть последствия при использовании наушников и гаджетов во время перехода дороги. Профилактические мероприятия проводятся вблизи детских садов, развлекательных центров и других мест массового скопления горожан. С начала года на территории города Сочи произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 детей получили ранения. 5 пострадавших были пассажирами транспортных средств и перевозились в детском кресле или пристегнуты ремнем безопасности, что позволило избежать тяжелых травм. Один несовершеннолетний участник дорожного движения попал в ДТП, катаясь на самокате по проезжей части дороги. В первый день рейда было выявлено около 80 нарушений. Некоторые водители перевозили детей без кресел. На других были составлены административные материалы за непредоставление преимущества пешеходам.